Разрушительный ураган Нейт движется в сторону Соединенных Штатов. Власти штатов Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения. По прогнозам синоптиков, стихия достигнет побережья США уже сегодня ночью. Максимальная скорость порыва ветра почти 130 км в час. В Луизиане проводят срочную эвакуацию жителей прибрежных районов, а в Миссисипи открыли 11 центров по эвакуации. Жертвами этого урагана в Центральной Америке стали уже 28 человек. В Коста-Рике, Никарагуа и Гондурасе шторм спровоцировал ливни, наводнения и оползни. Около 500 000 человек остались без питьевой воды, 1000 людей ночуют в приютах, отменены сотни авиарейсов, приостановлено движение поездов. Самая большая угроза для нас не столько дождь, сколько ветер и штормовые волны. В связи с этим я отдаю распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в районах Венецианских островов, озера Катрин и Ирландской долины.